В 2017 году отмечается столетие революции. Первый массовый выпуск этнографов Казанского университета был непосредственно связан с ней. Выставка должна показать обстановку того времени через судьбу ученого. Данная выставка – возможность для изучения научного наследия ученых-этнографов Казанского федерального университета. Наша выставка называется «Антропология перемен. Судьбы этнографов Казанского университета на рубеже эпох». И посвящена она как раз роли личности вот в этих вот событиях революции. А с другой стороны, роли событий революции в судьбе ученого. То есть как это все взаимосвязано и как это все взаимодействовало. На выставке были представлены различные достижения и научные работы ученых-выпускников Казанского университета. Их статьи, книги, коллекции и многое другое. Это и заинтересовало нынешних студентов Высшей школы исторических наук и Всемирного культурного наследия КФУ, пришедших в музей. Несмотря на разницу во времени, и ученые, и гости выставки являлись и являются студентами одного университета. Артем Тупичкин, Владислав Михневский, Универньюз.